Подожди, я... Сука! Это такой угар! Привет, ребята, всем, с вами Семченко, со мной сегодня Адамсон и Джонни Флэкджи Кей. Здорово, ребята! Всем привет, друзья! Hey, so, привет, всем привет! И мы сегодня играем в очередной раз маньякам на карте под названием Руинс. Ну что ж, сегодня у нас маньяком будет Адамсон. Это очень странно, но мы посмотрим, как Адамсон будет отыгрывать за маньяка. Ну что ж, я, ребята... Я вообще-то не первый раз маньяка, не по-моему. Не первый раз, по-моему, реально, первый раз я вижу, что Адамсон играет за маньяка. Посмотрим, как это будет он делать, как он с этим будет справляться. Ну что ж, ребята, я перезапускаю карту, и мы начинаем. Все помнят, что покупать. Так, Джонни, так, давай, скидывай. Так, напоминайте, что мне нужно закупать. Я так понимаю... Ты можешь закупать себе либо молотов, либо хаешку. И можешь, естественно, электрошокер покупать. А мы можем смоки, сплэшки и ложные гранаты. Все. Я могу только одну хаешку или один молотов, да? Ты можешь кинуть, короче... Ой, Джонни, пока не дыми. Сейчас посмотрим, куда пойдет маньяк. Смотри, сколько хаешек я могу кинуть? Ты можешь кинуть... давай две хаешки. Либо одну хаешку, один молот. И два выстрела Зевса, правильно? И два выстрела Зевса. Остальное все бесконечный нож у тебя. Окей. Ну все, ребята, берегитесь, потому что зря мы... Да. Так, я уже нашел место, где можно заныкаться. Че, дурак, туда сел? Спасибо. Можно сюда сесть. Я тут арбуз сломал. Кстати, хрена тут, слышь? Тут двойные подсадки же можно еще делать как-то. Двойные стандарты. Я вообще не знаю, как на этой карте на самом деле играть толком. И где здесь что? Я на этой карте вообще в первый раз. Это как это необычная карта или типа... Ни хрена ж себе. Охренеть. Понял. Так, понял. Куда вы там прошли? Ни хрена себе. Я так понял, вы где-то надежно спрятались? Ну, мы так скажем тебе, что мы хорошо спрятались. Там этот... мне кажется, Кирилл вообще тут Тутанхамона нашел. Я такое нашел! Такую нычулю просто! Ну, знаешь что? Я думаю, нам нужно, чтобы поинтереснее было, нужно, чтобы каждый сидел в каждом своем месте, поэтому я буду тут... А мы и так сидим в каждый своем месте. Ну да, я хотел к тебе пойти, но я такой думаю, ладно. Блин, так мало времени на то, чтобы вас найти, это действительно... 4 минуты, ребята, у нас дается на раунд, поэтому я думаю, что этого должно быть достаточно. Так, я тут уже бегал. Карта, конечно, большая, нычек здесь, как бы, ну, не сказать, что очень много, потому что здесь можно спокойно увидеть, где-то прячется, вот. Слишком уж таких жестких тут нычек нет, но... Но ты, походу, жесткую нашел. Но я, походу, нашел очень жесткую. Я вот в этом не уверен, потому что, мне кажется, я сейчас найду вашу жесткую нычку. Адамсоном вообще не пахнет. Адамсоном вообще пахнет. Не пахнет. Ах ты, зараза, ну все, попался, да? Да, попался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! О, я видел, как... мамма мия! Я уже видел, как это произошло. Нет! Флешки, пошли нафиг, Давай, Джонни! Разыгрывай его на двоих! Вот меня обдурили! Вот какого хрена? На изи разнесли. Так, я не понял. Я видел, как Джонни от него удрал. Не, ну это вообще не круто. Так, ребята. А вон он бегает, он внизу туда-обратно побежал. А, я его увидел. Я ему смог забросил обратно. Под задницу. Ну все, Адамс, ну уже все проиграл. Минута, Серега, ла-ла-ла-ла-лай. Ну какого хрена? Серега, Ведь он был прямо рядом. Я упал. Я думал, ты за тобой Серега пошел. Нет, я упал, короче. Надо куда-то спрятаться. Так хрен он теперь нас поймает, 50 секунд осталось. Че, Серега, ты говорил, я профессиональный маньяк, все дела. Ну блин, купили такую огромную карту, да еще времени так мало. Да, 4 минуты, в принципе, достаточно. 4 минуты это достаточно, это реально немало. Обычно мы 3 минуты ставим анимену. Хорошо. Ой, тут такие нычки. Что? Парень, не хочешь нычку, да? Так, ну ладно. Хрена себе, я бы тебя не заметил ни за что, если бы ты не сказал, что ты тут. Ты так замаскировался жестко. Так, ребята, вы вообще, по-моему, охренели. Да, мы очень сильно охренели. Мы очень сильно охренели. Небольшая подсказочка. Вот такая небольшая подсказка. Это уже ему не поможет. Понимаешь, что 6 секунд уже просто никакая подсказка. Ну, за 6 секунд и вайны снимают, поэтому... Блин, Блинский! Я не успел. Ну чё? Какого-то второй раунд, давай, Серега, давай разыгрывайся. Подожми чуть-чуть.
Да я пытаюсь, блин, я реально не вижу вас вообще. Знаешь, что можно в ту ночку пойти, которые сейчас вот мы были? Да, я, кстати, думал почему-то, что сейчас Сереге на этой карте будет изи, он будет нас очень в легкую ловить, но... Ни хрена! Тебе бомба не будет? Ни хрена! Вот. Ты видел его? Нет! Я его видел, он только что там был. Так. Да, да, конечно, да. Пробежал, короче. Какого хера? Там тупик, по-моему, нет? Нет, там нет тупика! Тупик был! Что происходит? Сука! Ай, это такой угар! Просто! Ты, Кирилл, сказал, что он в том месте, короче. Я такой поднимаюсь по лестнице, слышу шаги, идет Серега. Я такой на шифте стою в углу, он идет дальше. Я начинаю неистово угорать, но я понял, что я мог не угорать, ему никакую подсказку не дать. Но я думал, ладно, пусть побежит за мной. И в итоге, короче, ты оставил меня одного. Я в тупик побежал. Капец просто. Я не побежал. А, кстати, я был прям в миллиметре от тебя. Я сначала забыл, что у меня вообще есть Зевс. Я такой думаю, как тебе... Какие нычки есть жесткие, Джонни? Да, я вижу. Не, ну он тебя здесь заметит. Сюда можно. Да ладно, где? Как он меня тут заметит? А вот это, смотри. Это моя любимая коронная. Оп. А, ну тут слава. Я отсюда можешь сюда палить, за этим палевом, понял? А-а-а. Так он там проходит? А здесь он тебя не достанет. Ты можешь его здесь дразнить, короче. А если здесь выйдет? Нет. Ну, я не знаю, здесь он точно не выйдет. Чё вы так не верите в меня, а? Там он 100% не выйдет. Где-то здесь, Кирилл, рядом вот со мной, я чувствую. А вот где? А вот где? А вот такое тебе подсказочку. Чё это за подсказка? Ты сейчас кинешь другой конец карты дикой? Да. Видел смог? Просто красавец. Да, да, я видел. Я видел. Он такой вышел на гору. На гору поднялся и спустился. Так, ладно. Кирилл. Тихо. На горе. Главное тихо быть. Ну чё, мой любимый барашек? Адамсон. Ты не сможешь его найти вообще. Ты не сможешь меня найти и зарезать. Я не отдамся тебе сегодня на шашлик. Из баранина. О, Джонни нашел. Опять. Сейчас бы второй раз трупа убить, да? Красавец. Ну что за бред? На горе бежит ворон, а за ним бежит лисиц, а за ним бежит медведь. Что за странная беготня? Это такая история. Так, я вот думаю, где Кирилл? Кирилл, дай подсказку, пожалуйста. Кирилл, взрывная штучка. Вот подсказка. Чё? Ну, подумай, почему я сказал именно так? Да я понял, почему ты так сказал. Я тоже понял, почему он так сказал. Хорошо. Может быть, Б взрывная штучка или какая? Или А. А может быть, я вообще... Ой, тебе что, прилетело по башке? Ой, что это было? Ай, больно, да? Ай, больно в смоке. Ай, больно очень. Я ничего не понял. Я реально тупой. Да. Ставь лайк, если тоже не понял. Где он? Ну, на всякий случай поставил лайк. Какого хрена меня сейчас так разводят? Ой, как девочку просто. Развели девочку на... Тихо-тихо-тихо-тихо, 30 секунд. Так. Ну, Кирилл, ну ты... Туда! Где ты? Здорово, Серега! А здесь не пройти, кстати. Так! Ну, хаешка-то броню одну снял. Ну, все. Извини, Серега. Давай, Серега! Как туда пройти? Но сегодня явно не твой день. Все время там Кирилл сидел просто. Я сидел, кидал тебе подсказочки. Ты один раз вышел на гору, короче. Как туда пройти? Эти двери открываются только по заветному слову. Честно? Там нужно просто сказать заветное слово. Муняк. 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 Мне кажется, так... О, Джонни заикал. Такой Джонни... Заикал. Это я сразу член Адамсона, потому что... Он сейчас меня припихнет за маньяка. В рот, да? Да. Ой, пацаны, пацаны. На горизонте чисто. Хорошо. На улице сегодня немного слизко. Смотри, смотри, видишь? Чё? Серёга! Да чё такое? Смотри! Иди нафиг. Ты нас не видишь? Нет? Он нравится с ним. А.
Серег, ты серьезно? Да блин, у меня хп мало. Сам себя подтыкал, сам себе конечку что ли кинул? Да Джонни пошел! Джонни, я тебе буду немножко помогать. Давай, давай, давай. Он за мной идет. Да, он за тобой. Я кидаю смог. Кидаю еще один. Давай, давай, давай. Беги до конца. Я попытался такой же хитрожопой штучкой сделать, как я убежал первый раз от него, но не получилось у меня. Видал, Джонни? Да, видал. Вот эту разводку жесткую. Это не жесткая разводка на самом-то деле. На самом-то деле жесткая. Ты был у меня на крючке, скажем так. Читер на крючке. А теперь один на один. Ну давай, Серега, кто кого. Вот как сюда можно было пройти, господи. Вот как, оказывается, сюда проходят, да? Ага. Слышь, Джонни. Я сейчас смотрю, я сейчас смотрю за Манико. А он, кстати, тебя здесь видел в этой позиции? Нет. О, ну и найс тогда. Я думаю, он тебя вообще не найдет. Все, это выигрышная позиция, все, просто забей. Это просто позиция, сиди 2 минуты и просто выигрывай, да? Понимаешь, но если он зайдет, конечно, со стороны, сам понимаешь, с какой, то это будет. Ну я его увижу, понимаешь, заранее. Да, да. Если да. Он там будет заходить снизу. Ну, если что, он потом поймет, где эта позиция теперь будет. Ну, мне кажется... А он не поймет, тут столько позиций на карте, что он ее... Он не просечет даже. Эти руины не сможет просто разыскать все. Серег, серьезно, минута 50. Вот фак. Кругами только ходишь. Только болтаем пока, Серега. Кругами как ходишь. Как жизнь. Манекул скучно, кругами. Наверное, да? Нет, ты кругами ходишь. Я просто не ориентирую сейчас еще немножко. Вот нет, теперь... карта реально большая, и легко в ней самому запутаться даже. О, боже. Так. Где же этот Кирилл, а? Где же этот Кирилл? Итак, друзья, варианты ответов. На карте Ruins. Вариант А. На карте Ruins. The Ruins. The Ruins, вариант Б. На карте Map The Ruins. Вариант С. Где? О, боже. Выбирайте. I'm lose this round. My, I see, I think that. Yes, man, you lose. Mm-hmm. I'm suck now, but... But! Ты какого фига? Это просто жесть! Он на тебя смотрел! Ору в голосяку! Ты серьезно его не видел, Серег? Нет. Сидел такой, прикуривал немного. Ору в голосяку! Маньяк разбился! Сам с собой покончил жизнь с убийством! Лол! Просто двойной лол, ребята! Ну, на самом деле, засчиталось, потому что, когда убегает, типа, маньяк, ну, когда мы убегаем, засчитывается в сети ну, сторону. Ну да, засчиталось да. Адамсу, но, как бы, по факту, мы сколько взяли раунд? Мы 3 раунда взяли. Охренеть! Тотал, просто тотал разгром. Кстати, смотри, что сидит, Джонни, вот здесь. Мы еще один раунд играем, да? Смотри, нет, нет, уже на самом деле все. Мы сейчас встречаемся, здесь позиция жесткая. А, ну жесткая позиция. Ну, тут идите кое-что, чтобы я вас нашел хотя бы. Или вот позиция. Дико, ну ты, в принципе, можешь к нам на базу прибежать, мы тут будем. Ты можешь к нам прибежать на нашу базу, ну блин. Такие точки просто тут есть, заныкаться прям вообще можно. Мы жестко потели, да, с Джонни? Да, ну я, конечно, там... Серега тоже молодец, на самом деле. Просто карта реально очень большая, и одному... Манику сложно, манику сложно. Манику сложно, реально, да, манику сложно. Вот и манику. Здорово, я вас нашел, да. О, здорово. Нет, мы проиграли. О, нет, только не убивай. Ну что ж, ребята, на этом все. Не забываем подписываться на наши каналы, на мой канал, на канал Адамсона и Джонни Флэк Джекей. Также не забывайте... Рахат Пукум! Ребята, не забывайте о том, что можно поставить кнопочку значок. Это вот такая вот звоночек на него. Жмете, да? И у вас будет отображаться наши ролики, когда мы будем их выпускать. Да, это важно, ребята. Это важно, такие, друзья. Оп, успели, пишите сразу. Первый, второй. Да, так что комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами были Семченко, Адамсон и Флэк Джекей. Скоро увидимся, до новых встреч. Пока, пока, ребят. Пока, ребят, сука, маньяк.